Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Раннее утро, июль. Приехал я в такое чудесное место за Иван-чаем. Посмотрите, какая красота! Душа радуется. И что не жарко, прохладненько. И вот такое чудесное место. Заросли Иван-чая. Он уже цветет. Самое время его собирать. Такая вот красота. Столько его. Это что-то. Походим сейчас, покажу я вам эту поляну со всех сторон. Она далеко от дороги. Вот в таком месте он растет. Пчелы летают. Мед собирает. Это дикие пчелы. Не видно, наверное, в кадре. Но вот далековато. Ну вот оно хорошо. У нас стоит такая аномальная жара, 38-40, в тени, дождей нет уже, почти 2 месяца, так что-то было немножко, раза два, вот пчелки, ага, раз-два проходил небольшой дождичек, ну, в общем, все сохнет. Но вот в лесу свой микроклимат. Видите, здесь вот бабочка. Видно ее? Ага, сейчас увеличу. Вот такая вот. Как улетела. В общем, днем мы сидим дома. Прячемся. Только вот утром. И вечером. Такая вот у нас погода. Редко она у нас такая бывает. О, красота какая. Но скоро обещают через недельку дожди. Смотрю по ТВ. Везде льет. Краснодар топит. Центральную Россию. В других странах. А мы вот как без дождей. Ну ладно. Пойдем еще поснимаем. Покажу вам эту поляну. Уж больно она красивая. И начнем собирать Иван-чай. Посмотрите, друзья мои, какая красота все-таки. Полюбуемся. Такая большая поляна, и вся в Иван-чае, чудесно. Тишина, только мухи жужжат. Но лето, куда же от них. Придет зима, белые мухи будут летать. Такая у нас красота. Лес,
Но ягод нет в этом году. Клубника высохла. Вот по полянке походил. Ничего нету. Суровый наш край, конечно, Южный Урал. Но радует нас своей красотой, своей природой. Ну как вот здесь вот не удивляться, душа радуется в такой красоте. Ну пойдем пособираем. Идем. Оторваться не могу. Столько фото уже сделал. Собирать его, друзья мои, очень легко. Просто берешь вот так вот. Вот, руки заняты. Сверху вниз. Вот такие листочки, видите, они. Они прям свеженькие такие. Роса, чистенькие. Их прям раз сверху вниз. И они остаются все в руке. Они остаются в руке и в сумочку складываю. Вот они. Цветет. Вот, друзья мои, пособирал я. Набрал сумочку, растения все целые, вот листочки только собрал, природе не навредил, они будут расти. Сейчас едем домой, впереди предстоит работа, значит, будем его подвяливать. Процесс такой, ферментация, сушка, но это будет нам уже в другом видео. А сейчас едем домой, оставайтесь со мной, по дороге я видел, растет такая лечебная травка, пижма. Вот я вам ее еще покажу, сделаем фото. Посмотрим, такая травка. Ну а пока у нас иван-чай. Пчела. Пчела улетела. Сколько много. Лесные пчелы, ну надо же. Вот она. Эх, какая красотка. Не могу я оторваться от этой красоты. Но становится жарко. Все-таки надо ехать. Пчелка работает. Мед добывает. Ну давай, давай. На зиму тебе пропитание. Ну едем. Едем, друзья мои, едем. Едем все. Ну, пока моя любимая полянка. Мы сюда еще вернемся. А вы, все мои друзья и зрители, едем смотреть пижму. Ой, какая красота. Чудесно. Вот, друзья мои, обещал я вам показать пижму. Тут показываю. Вот такая травка. Знаю, что она лечебная.
точно сказать не могу от чего. Вроде как от печени, от почек. Так она отрастет. Смотрите, бабочки на ней сидят. Такие красоточки. Маленькие, чудесненькие. Ее довольно много вот тут. Прямо у поселка недалеко растет. Вот. Такие заросли прям. Ну, друзья мои, нарвали мы иван-чая. Показал я вам пижму. Всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока.